Северокорейских студентов пригласили обучаться современным специальностям в ведущих вузах Приморья. Вопросы сотрудничества обсудили губернатор края Олег Кожемяка и министр образования КНДР Ким Сэн-ду во Владивостоке. Думаю, что ваш визит послужит нам дальнейшим импульсом для развития проектов в сфере образования, для подготовки специалистов, для обмена опытом, для изучения русского языка в Корее и корейского языка в России. Вот, мы видим, как динамично развиваются отношения между нашими государствами. В этом году планируется активно продвигать совместные программы в области среднего профессионального и высшего образования. Поэтому предлагаем активизировать обмен учащимися. В Пхеньяне мы посещали центр изучения русского языка. Вот, и были поражены уровнем подготовки ребят, знанием российской литературы. Мы готовы принять 10 человек оттуда, пригласить их в наш лагерь «Океан» международный, вот, полностью платить все расходы, вот, с 14 июля по 3 августа, где они могли бы получить дополнительную подготовку, пообщаться с нашими ребятами. Олег Кожемяка также попросил оказать содействие в скорейшем открытии международного лагеря «Сандавон» и продаже путевок. Из Приморья в лагерь уже готовы отправить до 200 школьников. И в прошлом году по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Приморском крае открылся филиал известной во всем мире Центральной музыкальной школы Академии балетного искусства. И мы приглашаем талантливых корейских детей поступить в эту школу, чтобы обучаться театральному, музыкальному и хореографическому искусству. Помимо образовательных программ были предложены и культурные обмены. Помимо образовательных программ мы предлагаем организовать программу культурного обмена. Мы приглашаем за счет правительства Приморского края студентов училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков посетить Владивосток в октябре этого года во время празднования Дня международного студенческого единства. В Приморском крае мы большое внимание уделяем развитию спорта, детского, юношеского, поэтому предлагаем активизировать обмены студенческими спортивными командами, и мы приглашаем студенческую команду из КНДР поучаствовать в наших международных студенческих играх, которые пройдут с 18 по 23 июля во Владивостоке. Ким Сэн-ду поддержал все представленные предложения и пообещал организовать обмен делегациями совместные научно-исследовательские работы. Вы в декабре 2023 года и в марте этого года посетили нашу страну с миссией дружбы и внесли активный вклад в укрепление сотрудничества в разных областях между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой. Приморский край географически находится в непосредственной близости с нашей страной, поэтому между КНДР и Приморьем существуют благоприятные условия для многосторонних обменов. Делегации Министерства образования КНДР будет оказана вся необходимая поддержка во время пребывания в Приморском крае. Диана Иванова, новости на Восьмом.